проводить капитальный ремонт или переселять в новое жилье. На приеме главе Химок обратился житель дома по улице Суворова в Фирсановке. Строение сегодня в аварийном состоянии. Трубы кипятком, в комнате холодно, я в штанах зимний хожу. По словам главы, аварийный дом, где проживают несколько семей, на контроле у администрации. Недавно там установили котел. Дмитрий Волошин дал поручение, чтобы дом максимально утеплили, пока в администрации будут решать судьбу строения. Проводить капитальный ремонт или расселять жителей. Крайний срок до 1 марта. У нас уже осталось чуть-чуть совсем осилить, 50 домов, не так много для города. Но в любом случае в следующем году мы сдвинемся с места. Если мы поймем, что это затяжная какая-то тема, то мы тогда будем ремонтировать. Решение в январе будет, то мы сразу сообщим. Все, понял. Да, но вы эти деньги предусмотрите в бюджете. Напомним, встречи с Дмитрием Волошиным проходят несколько раз в месяц. Обратиться со своими проблемами может каждый. Узнать следующий день приема и записаться можно на сайте администрации или по телефону.